Всем привет! С вами снова Дмитрий Левит. В этом видео я расскажу вам о разъемных соединениях Stout, которые применяются для монтажа систем отопления и водоснабжения. В нашем ассортименте представлены три варианта соединений. Первый вариант – это соединение с двумя внутренними резьбами. Главное его отличие заключается в том, что уплотнение здесь происходит металл по металлу без дополнительных прокладок, что позволяет использовать его при высоких температурах и с этиленгликоль и пропиленгликоль содержащими теплоносителями. Второй и третий вариант соединений внешне выглядит вроде бы совершенно одинаково. Но у них есть одно очень важное различие. И дело не в том, что один никелированный, а другой сделан из непокрытой латуни, а в том, что у них разный вариант уплотнения соединений. Один вариант уплотнения – это круглая прокладка O-ring с евроконусом, и второе – обычное уплотнение под плоскую прокладку. С точки зрения надежности и герметичности эти соединения равнозначны. Однако в различных условиях монтажа вам удобнее будет применить один или другой вариант. Американку с уплотнением O-ring чаще всего применяют при монтаже пластиковых трубопроводов, так как они имеют некоторую гибкость. Здесь очень важно, что для того, чтобы правильно смонтировать вот это соединение, необходимо, чтобы у вас уплотнение зашло в ответную часть. Если у вас жесткое соединение, то при точной подгонке вы просто не сможете вставить штуцер в ответную часть. Именно поэтому в жестких соединениях, например, с применением стальных труб, чаще всего используют американку с плоским уплотнением. Здесь для того, чтобы соединить две части, нет необходимости каким-то образом их раздвигать. Они могут подходить здесь довольно точно. Еще одним важным преимуществом такого соединения является сама по себе прокладка. В случае, если вы ее потеряли или она вышла из строя по каким-то причинам, вы всегда легко сможете ее заменить. Прокладку O-ring вам еще придется поискать. Соединения без применения уплотнительных материалов могут работать при температурах до 120 градусов и давлении до 16 бар. Если вы используете соединение с уплотнительным материалом, неважно, прокладка это или уплотнение O-ring, то температура здесь будет до 80 градусов и давление до 10 бар. Качество и точность резьбы на этих фитингах, сделанных по европейскому стандарту, позволит использовать для монтажа не только традиционные материалы типа лен и паста, а современные материалы типа анаэробных герметиков. Разъемные соединения Stout бывают диаметром от 1,2 до 2 дюймов. Все они поставляются как в желтом, так и в никелированном исполнении, и разнообразие их настолько большое, что оно не помещается у меня в руках. Кроме внутренней резьбы соединения с евроконусом или с плоской прокладкой, есть еще варианты с наружной резьбой и варианты с угловым соединением. И традиционно, как и большая часть элементов системы Stout, сделанных из латуни, эти соединения делаются в Италии. И несмотря на то, что в латунном фитинге, казалось бы, совершенно нечему ломаться, на всякий случай мы даем на них гарантию 5 лет и страховку от Stout на сумму 1 миллион евро. А на этом на сегодня все. Обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А в комментариях напишите, какие уплотнения предпочитаете вы.